Надо? Пожалуйста, Артём. Игорь, ну, в первую очередь, поздравляем с победой. И как оцените игру? Ну, нам очень сильно нужна была победа после игры с Акбарсом. Хотим продолжить победную серию, поэтому любой ценой надо было выиграть серию. Вторая подряд сухая именно победа. Это уже не важно, если честно. Повторюсь, нам любой ценой там была нужна победа. Там, сухая, не сухая. Хорошо, что сухая, потому могли бы сыграть на ноль. Но то, что вторую игру подряд не пропускаете, это значит, что-то поменялось в команде? Ну, значит, что-то поменялось. Да. Мы знаем, что было собрание после выступления Арзамасова в команде. После него игра Салавата заметно изменилась, особенно в обороне. Что конкретно вы поменяли? Ну, не могу сказать, что, о чем мы говорили. Как бы это внутри команды остается. Ну, поменяли, значит, что-то. По тактике тоже, да, не можете ничего сказать? Нет. Секрет. Вы в новом звене играете с Зубовым и Лисиным, сменился центр. У вас как вообще это сочетание? Как у третью игру играем, и уже налаживается какое-то взаимопонимание. Поэтому, как бы, думаю, что дальше будет лучше. Когда выигрываете столько матчей на ноль, все равно как-то легче движется, потому что 5, там, неделю, несколько дней назад вы от Акбарса 5 здесь в эфир пропустили. Ну, конечно, лучше, поэтому чувствуется уверенность в обороне, там, стараемся. На обороне больше внимания тоже уделяем, как бы, и так получается. Хорошо, что так. Что у вас с носом? Да? Там пропустил удар небольшой. У вас ногой нормально? Да, вроде нормально, да, заживет. Спасибо.